Кирилл, здорово, что ты, как самочувствие? Да Потише. Ну, башка болит или что? Чё? Ну, даже чувствуется по голосу у тебя что-то это, осип голос-то, блядь. Ну да, я в нос пью, говорю. Пиздец, блядь. Ну, а что там, аптеки есть какие-то? Или что там? Ну да, да. Я пивка уже въебал. Вот, да, я тоже, блядь, въебал уже, ж понятно. Ну, блядь, с пивом, не знаю, противовирусные, блядь. Антибиотики, блядь, когда дадут. Не, я не знаю, что ты же в Дубае сейчас, и, блядь, ой, в Дубае, в этом, как он, блядь, называется-то, и, блядь, ты в Туркише, блядь, да, да, это самое, там, я не знаю, что там в аптеках продается, есть такие порошки, как там абсорбент, или как там называются, не знаю, это, вот это вот хорошая штука, блядь, я вот пробовал, мне нормально, потом легче становится, да. Спроси у Наваса, или Аню отправить там, или там, я не знаю, кого там. Да, там разводится, я не знаю, как называется, но ну ладно. Слушай, ты там надолго, что там, какие планы-то или что? Завтра вылетаю. Обратно в Москву или что? Да. Ну тебе надо отойти, да, конечно, потому что завтра струячий тоже, блядь, дорога, блядь, пиздец, нахуй, конечно. Не, бескарик, кстати, помогает. Не, ну он отпускает, да, отпускает, отпускает, да. Ну там пиво какое, Эфес, что ли, блядь, какое там пиво-то, блядь, что там пить-то, блядь? Не, я охуенитель. А, ну да, потому что это Эфес, я вот не могу его пить, блядь, не знаю, блядь, хуйня какая-то полная, блядь. Ну, разница, да, вот, пусть присутствует. Да. Причем стоит столько же, сколько лет. Ну ладно, понял. А я сегодня, у меня сегодня тёлки с утра были, убрались тут в этой, в хате, блядь, все пропылесосили, окна помыли, блядь, полы пропылесосили, все сделали, все, все. Я что? Да, я взял, они в 8 утра приехали, две тёлки такие, молодцы, блядь, зажгли и потанцевали со мной там, и все такое, блядь, нормально. Да у меня местный тут есть этот пассажир, блядь. Я говорю, дай кого-нибудь. Он говорит, давай, блядь, сейчас дам, блядь. Короче, прикатили с утра две эти барбышки, блядь. Ну ничего, так, завезли нормально. Да, да. Я вчера... А, кстати, я вчера в казино был, кстати, знаешь. В двух, блядь. А в первом что, разоблачили? Меня выкинули оттуда, блядь, да, да. Пришла охрана, говорит, все, типа, нельзя. Я говорю, да я с другом разговариваю. Говорит, да мы знаем, нахуй, твоих друзей, блядь. Уходи отсюда, блядь. Пришлось ретироваться, блядь. Вот. Ну, я не растерялся, пошел в другое, блядь, во втором рванул. Ну, я и там бы посидел бы еще, ну, вот так. Ну, я на рулетке вчера там ебашил, блядь. Думал, в блэкджек поиграть, блядь. Что-то нет никого, блядь, там же надо, чтобы хотя бы 2-3 человека было, никого не было. Вот. Ну, как там? От какой суммы ставки? Ну понятно. Не, ну 90 евро где-то, ну там 90 евро, блин, в принципе, вот так я рванул. Ну так, так, да делать нехуй, для контента сделал чисто, блин. Да, ты стримил, что ли? Я стримил пред с казино, нахуй, да. Хуя себе. Вы что, не говорили, типа, не стримил? Конечно, говорили. Ну вот, я же тебе говорю, во втором-то еще ничего проскочило, а в первом, да, они напрягаться стали, там, подошла охрана, говорит, все, все, там, типа, извините, блядь, я говорю, ну ладно, пошел в ресторан, пересел, там, ну, ну так, блядь, ну похуй, нахуй, блядь, нормально. Так, что смогли, блядь, ну ничего, интересно, интересно. Сейчас картину. Ну, 90 снял сверху, да, евро. Ну, немного, но, по крайней мере, не это, не, нет, не въебал, блядь, да. Да. Сейчас вот сижу.
Да, картину, блядь, рисую. Сейчас я вот не знаю, ребят. Сейчас мы, кстати, запустим с вами, ребята, аукцион, блядь. Сейчас она подсохнет. Я сейчас еще там доделаю кое-что, блядь. И мы ее заструячим, блядь. Сегодня. Не знаю, за сколько, ребят. Ну, дайте за полтинник, нахуй, наверное, блядь, да? Давай за полтишок, нахуй, въебем ее. Как вам? Нормально. Ну, полтишок вот. Самое. Да, полтишок, нахуй, поставим, блядь, да. Сейчас. Отправлю. Если по Европе, здесь из почты отправлю. Если что, блядь, привезу нахуй домой, блядь, оттуда отправлю, там посмотрим. Вот. Когда завтра я хочу. Или завтра, или послезавтра. Я думаю так. Но у меня там же этот, приезжает мой поляк, во-первых, он 13-го. Он тоже, кстати, заболел, температуру 40. Хуй знает, приедет, не знаю, блядь. Вот, вот. Потом второй с Лондона, блядь, как раз в Дубровник 14-го. Вот я-то и хотел как бы под 14-й туда поехать. Там пару дней, ну и дальше, да. Угу. Понял. Ну, посмотрим, короче, как пойдет. Вот сейчас вот это сделаем. Пойдут, жарко. У вас там жарко, блядь, пиздец. У нас 40, блядь, нахуй. Жара, блядь, пиздец, нахуй. Невозможно. У нас, не 40. Мы же тут на горе, блядь. Ветер не пашет. Ветер есть. Терпимый. Да хоть купался, хоть сходил, хоть на море там куда, блядь, или что? Ну, нет, на море не в базике. Вот, я не знаю, я то ли после бассейна простудился, потому что он холодный был и с непривычки мог. Закрытый или открытый бассейн? Открытый. Ну, конечно, там, наверное, за ночь он остывает, конечно, ну ж, понятно. Да, не дай бог. Понятно, ясно. Чихаю, блядь, пиздец. Ну, это может адаптация еще, там, может, еда другая. Вот тут турецкая еда, я не знаю, как ты, блядь, я ее есть не могу, нахуй. Эти, блядь, кебабы эти, всякую хуйню, блядь. Ну, все, пиздец, блядь. Ну, кебаб то же самое, мясо. Да. У нас тоже кебабов там недостаточно. Понятно. Ну ладно, понял. Ну ладно, главное, все нормально. Давай, не депрессуй, все нормально. Это самое. И, короче, либо в Казани, либо я в Москву приеду, там это самое. Я приеду, или ты ко мне приедешь. Да. Я еще это самое. Вчера же мы разговаривали, там мне написали, там, короче, я хочу, чтобы Амиран ко мне приехал. Вот. Ко мне. Ему уже написали, там все, он все знает, там все. С Мелом. У меня в студии посидим, но никого больше не будет. Я, ты, Мел. Да приедет, блядь, вроде как нормально все, не знаю. Ну не надо, я поеду, похуй нахуй, я поеду, блядь, не проблема. Да. Я знаю эту хуйню, мне тоже не понравилось, блядь. Я знаю эту историю, да. Вот с какого хуя, блядь? Вот почему так-то, блядь? Ну вот скажи мне, а? Ну же вы же как-то там что-то договорились, блядь, или как там, не знаю. Потому что вот так. Ну вот за это тоже спросить надо, я считаю, блядь. За это спросить надо. Да сука, все торчат. Мне этот Шилов, блядь, полтинник торчит с этим ягодкой, блядь. Тебе он, я думаю, что вряд ли вернул, блядь, бабки, да? Ягодка у меня даже бабки просил, блядь. А, еще раз, блядь, нахуй, блядь, пошел. Еще, да. Пошел нахуй. На дорогу. На дорогу, блядь. На билет, нахуй, тебе, на метро, блядь. Пиздец, блядь, заебали нахуй. Действительно, блядь, уже. Ну ладно, это самое. Ладно, Кирюх, все, я понял. Короче, это самое. Да, давай, на связи там все. Митяю привет, там Ане привет уже. Да, давай. Давай, все, обнял. Давай. Блядь, ягодка опять деньги просил. Да нахуй ты нужен, ёпт. Хоть ты, блядь, нужен. Угу.